за ворота. И отдает там Козлов, не глядя на Сурина, тот дальше на партнера. И Луцев кладет шайбу под перекладину. Это было очень красиво. Ну и такое большинство должно было закончиться заброшенной шайбой. И в этом преимущество Амурских игроков. Да и Амура тоже. Труфанов, падение, какой гол Евгения Труфанова. 2-1 в пользу СКА, 19-46. В корт-зону он шайбу отдал направо, принял, ушел дальше. И какой вираж заложил. Попытка провести атаку у крыльев не получается. Еще одна атака, и как здорово Шостак. А сейчас играет в этом эпизоде. Казалось бы, там уже вроде как шайбе-то деваться было некуда, как ворота. Но Ян Шостак выручает своих партнеров. Выиграть период у СКА – это задача весьма непростая. Какой хит! Это Сергей Рыжиков. Жестко встретил своего соперника, и игра при этом продолжается. Вот только сейчас прозвучал свисток. Мота Ярашев отправляет шайбу в верхний угол ворот и выводит Мот вперед. 2-1 делает счет Артур Ярашев. Да, устало здесь, можно сказать, повлияло. Да, глупости не наказали. Еще один мог, смотри, сейчас получится теоретический выход 1-0, если бы отдал передачу. Ну и так, шайба в воротах. Это что-то... Попал так попал. Да, это прям очень, я причем хотел очень... сначала покритиковать за то, что передачу он не отдал под синюю линию. Очень красивый гол. Очень. А это ведь молодой совсем парень. Мы видим, что там Масочник, Семен Скакадуб. Вопрос, каким счетом, я думаю, еще открытым остается. Но в целом, я думаю, что... О, вот это да! Лабиев, мельница в стиле Андрея Миронова, капитана московского «Динамо». Прямо... По учебнику Лабиев все исполнял. Тот, конечно, перфектно, как говорится. И отпетная передача на синюю линию. Грабица пойдет в обыгрыш. Здорово. И дальше. Ах ты, красота какая! Шикарен! Грабицев, простите, пожалуйста, за тот ад, который только что побывал в ваших ушах. Но это что-то с чем-то. Грабицев, вау! Отправили шайбу в зону Антона Зюзина. Сергей Бизак набирает скорость. Идет в зону соперника. За ним Никита Бледнов. Бизак сам все сделает. Попытается и забивает. Просто сумасшедший гол. Соло от Сергея Бизака и 1-1. В какой-то момент, уверен, кому-то показалось, что Сергей уж слишком самонадеянно пошел на гол. Но он сотворил настоящий шедевр, который, уверен, попадет в подборку самых красивых шайб декабря. Играют прям очень уверенно. Не получилось здесь у Мирзабалая выехать на убойную дистанцию. Здесь великолепный сейв от Антона Тюкова. И я думаю, что этот сейв вполне себе достоин оказаться в топе недели, потому что, казалось, наверняка русские витязи уже отправляли эту шайбу в ворота, но Антон оказался сильно против.